Лично было мужчинам иметь волосяной покров на теле. Поэтому эти все волосы нужно было удалить. Как их удаляли, никакого шугаринга не было. Брали пинцеты, по одному вот так вот сильно вырывали. Без общего наркоза, больно было очень. Поэтому можете себе представить, какая здесь атмосфера царила. Здесь занимались культом, там стихи читали. Вопрос, который часто в банях задают, а как с безобразиями? Безобразия были, естественно, как же без них, в Римской империи. Приглашали и мальчиков, приглашали и девочек. Но вот женщины, жены, никогда вместе с мужьями в баню не ходили. Или был мужской день, и день с бочеленком палатом, женскую кость, это было очень скромно. Ну, а мальчики и девочки, понятно, что. А там вот дальше находилась какая-то богатая вилла.